Ну, а ми повертаємося до студії і вже готові представити гостя, який є в нашій студії. Це Артем Свистун, засновник та художній керівник Миколаївського міського молодіжно-народного театру «Стук». Девіз по життю. Просто сьогодні переможець серед девізів «Миколаїв – місто театральне». Вітаємо вас, Артема. Дякую, що завітали сьогодні до нашої студії. Доброго. Як завжди, раді вас бачити. Мурзіка до себе вкладу. А чого це Мурзіка до тебе? Та добре, на тобі, господи. Не подівимося. Дай Мурзіка гості. Перехідна естафета. Ну, дійсно, ми жартуємо, тому що все життя справді театр. Хотілося б сьогодні поговорити про новинки в театрі, про те, що нового сталося за час, коли ми не бачилися. Ну, перш за все, хочу вас теж привітати з свято, бо глядач – це найтаємна частина саме театру загалом. Ну, 23 березня – дата заснування нашої Федерації аматорських миколаївських театрів, і сьогодні ми святкуємо 9-річчя нашої організації. Це дуже приємно. Не просто так ми подарували Мурзика. Ні, Мурзик залишиться в ефірі. Що хотіли би сказати, що співпало з реєстрацією самоорганізації на сесії Миколаївської міської ради, і саме цього дня ми відмінили. Знає вас, знаємо, що совпадіння не буває. Ну, хочу сказати, що дійсно дуже приємно, що День робітника культури і аматорів народного іскусства, як би 23 число. Хоча зараз по закону перенесли на май місяць, потім перенесли на ноябрь. Нікому та культура ніякого місяця не треба. Три, можна сказати, три рази ми в год празднуємо День робітника культури, аматора народного. А, так це не треба, це наоборот, спеціально. Ну, знаєте, щоб давали премії зарплати ще в ці дні, це було б, я думаю, на болевшому. Ну что ж, вот. Я хочу как бы сакцентировать внимание с вашего разрешения, как бы в эфире музыка. Будешь немножко, да? Вот, показать, вот у нас есть такая номинация «Корифеи сьогодення». Это номинация, которая присваивается людям, которые действительно вкладывают очень хороший вклад в развитие именно... Предлагаю сейчас показать нашим зрителям более... Вот, в развитие творчества. Ну, мы знаем «Корифеи украинского театра», это «Корифеи сьогодення», те люди, которые создают фундамент именно развития театрального искусства. И вот мы решением общественной организации, сегодня так совпало, что день рождения художественного руководителя театра Арис из города Одессы, Пинчук Алена Игоревна. И вот, пользуясь как бы случаем, хочу как бы поздравить ее с днем рождения. И вот эта номинация поедет в Одессу, и будет приятно получить в День работника культуры, еще в свой день рождения аматора, эту прекрасную награду. И хочу сказать, что Федерация аматорских николаевских театров объединяет более 10 театров. Театры, которые имеют свой почерк, свой хороший колорит, свою историю. И это очень приятно, когда мы объединяемся и проводим вот... Вы принимали участие в фестивале «Южные маски», фестиваль «Дню защиты детей» «Квест детинства фест». В этом году у нас будет впервые фестиваль уличного искусства. Мы хотим его посвятить Дню Европы и Дню Святого Николая Летнего. Это будет 21-22 мая в городе Николаеве. Многие жители могут прийти увидеть не только наши живые скульптуры, но и живые скульптуры из Одессы, из Винницы, из Киева. И будет небольшой сюрприз, который, я думаю, вы пригласите, я обязательно расскажу. Вот. И жители города Николаева действительно поистине поймут, что город Николаев – город театральный, театральных новых форм, поиска и множество работ. Хотелось бы еще, ну, я хочу сказать, у нас сегодня просто не новый день, а музыкальная витальня. Сегодня бабушку Инны поздравляем, и ФАМТ поздравляем с основаниями, поздравляем руководителей, ну, действительно, прям сегодня день праздников. Хотелось бы спросить все-таки о театре «Стук». Знаем, что совсем скоро вы едете куда-то за границу. Куда именно? Ну, хочу сказать, что очень приятно, что мы прошли конкурсный отбор. Из 57 заявок было подано на международный фестиваль «Баранович», Брестская область, Республика Беларусь, и представлено 7 стран. Отобрано всего лишь 18 театральных коллективов, и очень приятно, что мы представляем не только город Николаев, но и всю Украину в целом от молодежного движения театрального. И Харьковский театр «Сорванцы» представит детскую работу, и вот мы два коллектива, которые представляем Украину. Очень интересная поистине программа фестиваля, это Германия, это Латвия, Литва, Эстония, это Беларусь, Россия представлена на этом фестивале, и мы будем выступать в столице. В Беларуси было признано Барановичи столица молодежной культуры, молодежного движения. То бишь мы хотим еще сделать такие мостики. Ты понимаешь, опять совпадение не существует.
Мостики движения. А представим мы многим полюбившимся николаевцам спектакль в джазе «Не только девушки». И у нас я очень... думаю, действительно полюбившийся уже. Да, и очень хорошо, что мы представим еще фольклорную программу. Мария Павлишина везет автентичную композицию, песню на белорусском языке. Мы представим очень широкую палитру украинской культуры, танцевальной, вокальной. И это будет действительно такой вот, как бы показать, что в городе Николаеве, в Украине у нас идет стабильность, порядок, мир, и мы... Прям с миротворческой целью едете. Ну, искусство, театр. Я хочу сказать, что действительно в «Джазе не только девушки» даже поразили и удивили мужа Инны, который сказал, театр это круто. До этого не было давно. Спасибо, это круто. И ты знаешь, кого еще удивил не только в «Джазе только девушки», но и сам театр «Стук»? Артура Зайонца. Артура Зайонца, да, действительно. Я предлагаю сейчас нам всем и телезрителям посмотреть сюжет, после чего вернемся в студию. Що ви уявляєте при слові «стук»? Правильно, звук. Характерний звук, який чуєте, коли стукаєте у двері. Я ж уявляю Миколаївський молодіжний театр, який близько 14 років успішно функціонує в Миколаєві та за його межами. Ми зустрілись та поговорили з акторами цього театру та його засновником Артемом Свістуном. Ви дізнаєтесь відношення акторів до сучасного мистецтва, дізнаєтесь, які образи вони люблять втілювати на сцені, і ще багато цікавого почуєте від них. Артем Свістун створив «Стук», ще будучи сам студентом. За цей час в театру вийшло декілька поколінь талановитих акторів і хореографів. Ну, «Стук» – це дітище, да? Як багато говорять, коли створюєш колектив, це вот рождається організм, особливо це театральний колектив. Це було в 2001 році, я був ще студентом університету культури Ніколаївського філіалу, і вирішили, чому б в місті Ніколаєві на базі університету культури не образувати студентський театр. Аббревиатура «Студенческий театр университета культуры», «Стук», вот как бы и послужила созданием этого коллектива. А в последующем мы получили статус народного коллектива. Я перешел работать в городское управление культуры директором метод-центра, и он стал городским народным молодежным театром. И сейчас, вот, проходя этапы развития, подтверждения, развития и работы театра, он стал городским молодежным народным театром «Стук». Базируемся мы на базе Николаевского городского дворца культуры и искусств и Николаевский филиал Киевского Национального университета культуры и искусств. Очень приятно, что многие студенты и ребята, которые сегодня пришли на «Капустник», они выходцы из театра, да, они проходили школу жизни, фестивали, они где-то работают в профессиональных театрах. Очень приятно, что первый балетмейстер Денис Могилев у нас сейчас работает в Мюнхенском театре. И некоторые ребята работают в Украинском академическом театре, в Русском драматическом и академическом театре. И это приятно, что плеяда аматоров становится, последующие, получая профессию, становятся профессиональными артистами. Ну вот Александра Каличко, которая, мы пригласили артистку из театра, потому что роль душечки в спектакле в «Джазе не только девушки», в «Джазе только девушки», да, и мы решили поставить «В джазе нет только девушки», это очень сложно, да, и многие зрители, которые всегда возникает ассоциация оригинал, фильм, вот, но вообще работа движется, да, и молодежный театр, он всегда полон непредсказуемых моментов, и это школа жизни, и ребята получают актерское мастерство, сценическую речь, пластику. С ними работают прекрасные педагоги. Вот и крестная мама, как уже говорилось, заслуженная артистка Украины Сталина Лагошняк, Виктор Леонидович Мозговой, он сейчас режиссер-постановщик в театре, Николай Михайлович Ларионов, он зав художественной части, который знает практически весь город его. Это плеяда тех педагогов, артистов театра, которые работают с студентами, аматорами и создают вот подобный проект, который мы с вами видим. А ми повернулися ось такими різкими темпами до студії, тому що ще хочеться поговорити з Артемом Олександровичем особисто, якщо маємо таку можливість сьогодні. А хотілося б дізнатися про прем'єри, які очікують ще миколаївці, оскільки не джазом єдиним багатий «Стук». Ну, хочу сказать, отметить, что у нас готовится несколько премьер, и самое такое значимое, я хочу, пользуясь случаем, пригласить всех жителей города Николаева 27 апреля на сцене Николаевского академического художественного русского драматического театра состоится премьера мюзикла «Феерии» по произведению Грина «Алые паруса». Добью зараз Интебе, просто, разумеешь, про співпадение. 27 число, просто это день рождения. День рождения театра «Стук», 15 лет мы будем отмечать в этот день.
Вот. И совместно с детско-юношеским театром танца «Ритмы планеты» мы будем ставить прекрасную феерию, но жители города Николаева смогут ее посмотреть еще 1 июня в День защиты детей. Мы хотим это показать, спектакль прямо «Наш корабль с алыми парусами» из сказки, вот сделать такую легенду о прекрасной любви, о жителях морского городка. И вот как бы мы все живем под покровителем святого Николая, мы решили посвятить вот это произведение. Также у нас еще ставится спектакль «Вдовий пароход». Виктор Смирнов ставит у нас, педагог. И Юрий Юрин ставит социальный проект «Семья вурдалака», поднимающий тематику именно наркомании, проблемы в семье. Это социальное тоже направление, которое подчеркивает театр. Ну, следите за рекламой. Я думаю, будем обязательно приглашать на эти постановки, премьеры и наши работы. Ну ладно, коль уже мы на «Соль и Грея» не попали на ролі, то вже хоча б прийдемо, понаслаждаємося. Звичайно, жартуємо. Дякуємо за те, що сьогодні завітали до нашої студії. Вітаємо ще з усіма ювілеями, які будуть, і сьогоднішнім 9-річчя, як не як, це теж вже визначена дата і означає про те, що справді ФАМТ потрібен Миколаєву. Дякуємо вам. Нагадуємо нашим телеглядачам, що сьогодні в нас в студії був Артем Свистун.